Сегодня мы рассмотрим уникальный аппарат Ice Cream Teppan, или ледяную поверхность для приготовления роллов из мороженого от китайского производителя Huracan. Как вы знаете, именно Китай является родиной мороженого, поэтому логично, что именно они продолжают развивать и эту культуру. Роллы из мороженого – оригинальный десерт, который набирает популярность по всему миру. Итак, что представляет собой ледяная поверхность Huracan? Это стальная поверхность в форме сковороды, которая охлаждается до температуры минус 20 градусов Цельсия. Охлаждение происходит вследствие кипения хладагента, циркулирующего принудительно в замкнутой системе фризера. Аппарат подключается к сети электропитания с напряжением 220 вольт. Управление здесь предельно простое, ледяная поверхность запускается в работу нажатием всего одной кнопки. А как же происходит процесс приготовления роллов? Различные ингредиенты, фрукты, топпинги, джемы, орехи и ягоды перемешивают и выкладывают на ледяную поверхность. Под воздействием низкой температуры смесь сразу начинает на ней замораживаться. После этого с помощью специальных лопаток ее перемешивают и равномерно распределяют по всей площадке. Получившийся замороженный блин лопаткой делят на несколько частей и той же лопаткой скручивают в роллы. И все, мороженое готово. Ice Cream Teppan позволяет заморозить любую смесь. Все зависит от имеющихся ингредиентов и вашей фантазии. Отмечу один важный момент. По сути, аппарат представляет из себя готовую бизнес-модель. Вы можете открыть производство необычного мороженого с его помощью. В чем заключаются основные выгоды? Первое. Новая технология, приготовление десертов и эффектная подача привлекает внимание. Второе. Мороженое готовится быстро, прямо в присутствии покупателей. Третье. Можно использовать любые доступные ингредиенты, включая готовые смеси для создания мягкого мороженого и джелато. Четвертое. Аппарат имеет небольшие габариты, поэтому его можно установить практически в любом месте. Пятое. Ice Cream Teppan отлично подходит для организации бизнеса в местах массового отдыха людей. Летом на улице, зимой в закрытых помещениях.